Лис, твоя маска. Что с маской? Посмотри на нее. Она древняя. Я могу сказать, что ей как минимум 200 лет. Да, она античная, и что? Да, античная, сделанная скульптором более 200 лет назад и идеально отображает твое лицо. Они остановили старение твоего тела, это правда, но тебе не 50, а около 300. Ты царствуешь уже давно. Нет, всего лишь 10 лет. Я провела на этом троне 10 лет. 10 лет. И эти же 10 лет вновь и вновь всегда ведут тебя сюда. Забыть. Отказаться. Что ты сделал? Только то, что вы приказали. Мы работаем на вас, мэм. Уиндерсы, Смайлерсы. Все мы. Если ты смотришь это, если я смотрю это, тогда я нашла свой путь к Тауэру. Существо, которое ты видишь, звездный кит. Когда-то их были миллионы, они жили в глубинах космоса и, согласно легенде, помогали пройти первым космическим путешественникам через пояса астероидов. Этот, насколько мы знаем, последний в своем роде. И то, что мы сделали с ним, разбивает мое сердце. Земля горела. Наше солнце обернулось против нас, и все другие нации отправились в полет. Наши дети кричали, так как небо становилось жарче. И потом появился он, как чудо, последний из звездных китов. Мы поймали его, построили наш корабль на нем и отправились туда, где не будет опасности. Если хочешь продолжить путешествие, тогда ты должна нажать кнопку «Забыть» и вновь стать сердцем своей нации, незапятнанным. Если же нет, нажми другую кнопку. Твое правление закончится. Звездный кит будет освобожден, а наш корабль распадется. Надеюсь, я в силах принять правильное решение. Я проголосовала за это? Почему я это сделала? Потому что ты знала, что если мы останемся, то я столкнусь с невозможным выбором между людьми и пришельцем. Ты решила оградить меня от всего этого. И это было неправильно. Никогда не надо решать за меня. Я даже не помню, как я делала это. Ты сделала это, вот что считается. Прости меня. А мне все равно. Когда я закончу, тут отправишься домой. Почему? Потому что я совершила ошибку. Одну ошибку, которую даже не помню, как сделала, доктор. Да, я знаю. Ты всего лишь человек. Что ты делаешь? Самую ужасную вещь, которую когда-либо делал. Я пропущу мощный электрический заряд через мозг звездного китайца. Получится, все высшие функции оставят этот овощ. Корабль будет лететь, но кит ничего не почувствует. Это то же самое, что и убить его. Послушай, есть три варианта. Первый. Я оставляю звездного кита жить в бесконечных муках еще сотни лет. Второй. Я убиваю всех на этом корабле. Третий. Я убиваю красивое, невинное создание настолько безболезненно, насколько могу. А затем я придумаю себе другое имя, потому что я не смогу больше быть доктором. Должно же быть что-то еще, какой-то другой вариант. Не говорите со мной никто. Ни одному человеку мне нечего сегодня сказать! Oh, no.